Привет, бро, с тобой Воблер, и успей поставить лайк за 3 секунды, если ты любишь игры-стрелялки. Считаю. Раз, два, три. Молодец, что успел поставить лайк, а мы сейчас с тобой находимся в игре Ravenfield. Это у нас Сирия. Повстанцы захватили город, и наша задача освободить 3 точки, а потом уже прибудет подкрепление, и я думаю, что мы освободим вообще мирных жителей от этих захватчиков. Вперед! Я выбрал специальные скины как раз под тематику этой карты, так как автор рекомендовал именно эти скины, а также он написал, что нужно 40 ботов ставить. Мы сейчас с тобой и играем. Вот как выглядит вообще враг. Это же повстанцы. Мы потихонечку с ребятами продвигаемся вперед. Наших там вырубили, я быстренько прячусь. Вот уже есть одна точка, которую мы должны взять. Надо ее здесь прикрыть. Пока что не вижу из-за дыма, где наши, где вообще враги. Но надо брать эту позицию очень срочно. Давайте, ребята, мне нужно подкрепление. Враг пришел. Есть. В голову работал его. Еще враг. Блин, у меня перезарядка. У меня же есть вектор. Зачем я перезаряжаюсь? Вот еще. Уничтожили. Город находится в Сирии. Конечно, это все вымышленно. Мы в реальной жизни надеемся, что войны никогда не будет. Но лучше готовиться к худшему. Давайте. Отлично, мы захватили флаг. Что по мини-карте? В принципе, неплохо. Движемся дальше. Потихонечку продвигаемся. Мы можем, в принципе, занять снайперскую позицию сверху и постреливать по врагам. Так, там вроде бы наши ребята идут. Тут тоже все замечательно. Стоит какой-то БТР. Там наши взяли. Вот вижу, кто-то с РПГ палит. Да, у меня, конечно, довольно неточно бьет оружие. То есть оно для ближней и средней дистанции. Для дальней, конечно же, нужна снайперка. Мне нужно взять кого-то к себе, ребята. А ну давайте. Со мной идите. Правильно, вы будете моими подчиненными. Я же командир Воблер. Мы должны продвигаться вперед. Можем пойти наверх. Так, там наши побежали. Вот, смотри. Да блин, убил его. Войд его звали. Вообще, на самом деле, это не арабское никакое имя, но все же. Бандиты они такие. И войды, и что хочешь, может быть. Продвигаемся потихонечку. Пока что не вижу врага. Так. Из укрытия до укрытия. Здесь надо пробежать срочно этот участок. Вот вижу, за пулеметом. Наши вырубили, молодцы, ребята. Надо перезарядиться, мы продвигаемся. У нас вроде бы было четверо, осталось двое. Идем дальше, смотри, как он жестко палит. Давай выглянем. Где они? Не вижу, там наши засели. Вот здесь они постоянно появляются. Возможно, там точка респауна. Возможно, у них там флаг. Вот вижу, смотри, он сразу за пулемет встает. Точно, они там, с РПГ. Давай. Ого, он прям с пулемета по мне палил. По-моему, из нашей команды никого нету. Один я остался. А, вот еще, это кто? Так, это наш. Смотри, они же с глушителями. Давай мы наверх заберемся. Может быть, я со снайперской позиции смогу немножко помочь нашей команде. Вот тоже бандит. Ха, он в стене застрял. Ой, они меня видят. Так, у меня есть также вектор для ближнего боя. Они сквозь стену меня хотят убить. С помощью сплэша. Давай мы минус один, но я попадаю, конечно. Может, он даже снизу может забежать. Надо быть готовым ко всему. Пока что у нас не получается захватить эту позицию. Они прямо у меня за домом респаунятся. Они все хотят до пулемета добраться. Тру! Да, я очень быстро выстреливаю. Минус один. Видели, на меня повернулся. Короче, буду просто стоять здесь и выносить врага. Может быть, и наши в этот момент захватят где-то с другой стороны. А, что это? Еще есть повыше? Ничего себе, давай с третьего этажа буду палить. Вот они вдвоем бегут. Минус один. Да, здесь реально точка, потому что они как раз за пулеметами все прячутся. Откуда ты зашел? Сзади! Да как вы сзади вообще? Нас обошли. Вот, ребята, как выглядит город на мини-карте. Нам надо, конечно же, атаковать врага. Есть все позиции. Почему наши сзади идут, не могут захватить, я не знаю. Нам надо еще взять две точки, чтобы враг остался где-то позади в третьей. И тогда, я думаю, что мы уже
Вызовем подкрепление, авиаудар и просто туда скинем, блин, бомбу. И накроем всех. Вперед! Мы должны спасти родину нашу. Наша вымышленная родина, зовут ее Бургундия. Я не знаю, есть вообще такая страна Бургундия? Напиши в комментариях. Но мы нападаем вперед, мне нужно, конечно... А, снайперы. Вот смотри, как враг близко подошел. Он может даже захватить одну из наших точек. Так, вы точку-то придерживаете. А почему мы, я не понимаю, респаунимся, черт знает... Ай, меня ранили! Я упал! Я как бы в бронежилете, но что-то мой бронежилет не совсем-то и работает. Куда там полетели вообще ракеты, непонятно. Вот я вижу позицию, смотри. Вот флаг. Воу, что это такое? Здесь очень много врага. Давай я беру сразу вектор, оружие ближнего боя. И, а их много. Может, даже мне нужно подкрепление. Да как я так? Давай отходить назад, прячусь за стену. Мне надо самому себе кинуть аптечку. Возможно, конечно, я сам не смогу справиться. Потому что врагов очень много. У них какой-то лазер, что ли? Инопланетное оружие, вот они! У него тоже перезарядка, как и у меня. На, пали! Несчастный ты бот. Он жив? Нет, его убили. Вот здесь они идут, враги. Так, ну я убил 19 уже врагов. 19 ботов. На самом деле это не люди, ребята. Это все боты. Но искусственный интеллект, конечно, довольно мощный. Я не смогу здесь захватить точку, хоть я и вижу флаг. Может быть, мне стоит как-то пойти на другую позицию. Но я хотел бы их как-то равномерно на карте здесь вот убирать. Я не могу пройти дальше. Ну да, я прям сюда. Вот они. Здесь флаг. Нужно подкрепление. Двоих уработал. Да что они? Они прям со второго этажа выпадают. А ну давай. Мне надо танковать. Блин, он себя взорвал и меня взорвал. Наши пацаны пришли. Молодцы, давайте. Красавчик. Вон один сидит здесь. Со снайперками, с огромным глушителем. Так, возможно, мне надо выбрать какое-то другое оружие. Но это, конечно, хорошо. Вот давай такой вот пулемет возьмем или что-то. Вот здесь еще скорострельное. А я какое-то оружие новое взял. Вот что это такое? Короче, беру пулемет. А вместо того вектора, что у нас, можно, в принципе, взять по 90. Он вроде бы на 50 патронов, насколько я помню. Отлично, мы захватили две точки. Я думаю, что эту точку надо как бы держать. А с этих точек сейчас мы будем сюда нападать. И давай мы, наверное, конечно же, на этой точке и респанемся. Нам еще одно осталось. Давай, я с пулеметом. Где я вообще появился? Ага, вот где мы засели. Враг, вижу. Пулемет, конечно, у нас крупнокалиберный. Вижу врага. Тут-тут-тут-давай, минус один. Вот там тоже кто-то был. Давайте, ребятки наши должны продвигаться. Пошли, пошли вперед. Но мне надо помочь им. Что же я на крыше-то засел? Продвигаемся потихонечку. Фух. Где враги? Конечно, не хочу идти по центральной улице. Буду где-то за домами прятаться, потому что здесь главное победить. А каким образом, это не важно. А что там пошли? Они точку захватывают? А, это точка, которая сложно берется, да? Ну, я могу, в принципе, крайнюю взять. Вот тут никого нету. Но мы знаем, как здесь в игре все происходит. Если ты берешь точку, то на ней сразу респаунятся боты. И, конечно, они могут тебя вынести. Я же бегу один. Ну как один? У меня есть мой самый лучший товарищ. Зовут его пулемет. Просто пулемет. И будем надеяться, что он мне поможет. Вот я как бы стал возле флага. Одного не понимаю, где здесь будет появляться враг. Мне надо понять, откуда он. А вот наших где-то вообще с вертолета падают. Может быть, мы сами сейчас врага полностью сможем вытеснить. Если мы захватим все точки, ему не будет где появляться, да? Тем более, что 40 ботов это немного. Давай, давай, флаг, поднимайся. Что вообще нам говорит миникарта? Ну, в принципе, неплохо. Смотри, мы их реально жестко зажали. Сейчас будем просто нападать со всех сторон. Давай еще точку по чуть-чуть добираем. Это по мне уже кто-то стреляет? Я буду вилять туда-сюда, чтобы по мне не попали. Там где-то вдалеке жесткая битва идет врагов с нашей командой. Блин, да как мы сразу две потеряли? Да это невозможно. Ну как это? Ну что это такое? Эту потеряли, эту тоже потеряли. Это что-то немыслимое. Там уже враги заняли ее. Надо какое-то оружие с коллиматором. Чтоб хоть какая-то была линза, которая приближает. Воу!
Нет, сюда не пойду, здесь стреляют жестко. Наши пошли, кто-то с луком бегает. Рэмбо, блин. Давай, давай, давай. Вот здесь они вечно появляются. Проходим. Теперь они заняли наши позиции. Реально какое-то безумие, я не понимаю, где враг сейчас находится. Что нам говорит карта? Они захватили наши точки. Снова у нас две. Просто мы с других сторон нападаем. Так, по-моему, вот здесь находится флаг. И нам надо его взять. Ага, видишь? Здесь за забором флаг. Вот я его вижу. Вот бежит! Но-но-но-но-но! Блин, да, зря я как дурачок вот так вот побежал прям на врага. Миниган, в принципе, это круто, но... У него очень долго летят пули. Надо что-то такое скорострельное, да? Вот у нас есть снайперки. Ну, это такой снайперки не совсем. Что у нас еще есть? Миллион сотен оружия у нас по модам установлено. А что выбрать, я даже не знаю. О, мы захватили точку, красавцы. Нам еще одну взять, и все будет, в принципе, хорошо. Давайте вы будете вот как-то вот так вот атаковать. Хоть одну захватим. Наша задача по миссии захватить 3 точки. То есть 4, чтобы было захвачено, так как мы с 4-й стартуем, да? Вот у меня еще и с фонариком. Ну, чтобы враги меня видели. Я буду подсвечивать врага. Вот, да как ты со снайперки? А, там еще был, смотри. За танком стоял. Гад, он так быстро выстрелил. Короче, они вот здесь, вот, ребята. Они хотят захватить все, смотри. Там наш пошел, они отсюда выбегают. То есть у них здесь место. Они его облюбовали. И отсюда нападает на наши позиции. То есть, в принципе, если я засяду здесь, вот, может быть, я врага буду останавливать. Я убил 28 ботов. В принципе, неплохо. То есть, я играю лучше, чем боты. Пока что, чем искусственный интеллект здесь в игре. Я держу позиции, вот, продвигаюсь дальше. Вот там вижу врага. Минус один. У меня сколько... А ну подожди, сколько? 86 патронов, а всего? Всего сотня. Нормально у меня работает. Пулемет. Движемся дальше, проходим. Вглубь города. Там сверху непонятно, наши или чужие. Вот вижу врага через окно. Ага, они сейчас будут идти. Вот идет, минус один. Майл. Майл.ру какой-то. Я прибил Майл.ру. Вот еще один. Смотри, со снайперкой. Макс. Так, там вроде бы нормально. Сейчас потихонечку. Вот, смотри. Или это труп? Нет, это не труп. Стоп. Отлично. Хайпера убил. Так, сзади кто стреляет? Это наши ребята проходят. Куда вы смотрите? Что нам говорит мини-карта? Ребята, еще одну точку взять и будет просто замечательно. Вот враги. По ногам. А, меня ранили. Спайдер. Надо уйти в сторонку, отличиться. Так, у меня гранатомет включен. На, блин, с подствольника. Наши убили. Кто-то меня прикрыл, красавчик. 10 хп. Кину себе. Подлечиться. Так. П-90 взял. Он довольно скорострельный. Перезарядочка. Все, подлечился. Проходим дальше. Так. Вау, да что ж такое, пока включил мини-карту, он взял с пистолетом этот Майл, он снова возродился. Бот несчастный, клон, клон Майла. Ребята, это клоны, клоны атакуют. Бандиты-клоны. По ногам, отлично. Это довольно такой крупнокалиберный, мне кажется, пулемет, потому что он реально жестко стреляет. Прям чувствуется, чпоньк! Гад, снайпер, просто траппер. Меня чпокнул и все. Гад ты, трайпер. 35 кило. У нас все равно боты лучше играть, чем у них. И нам надо эту улицу защитить. Ты видишь, здесь хорошие укрытия разные. Вот тут они обычно бегают. Им прям нравится эта улица. Вон я вижу, они наверх стреляют. И тут меня постоянно убегают. На этом месте меня постоянно убивают, да? Я видел, кто-то на правую сторону пошел. Виктори! Победа. То есть, ну это просто по очкам мы победили. Да блин! Я засмотрелся на победу, отхожу. Да ну! Спайдер! Да что такое? Почему они постоянно меня валят? Так, у нас 3 точки. 2 точки из 3. Но мы задание не выполнили. Я не знаю, почему у нас написала победа. Мы никак не можем захватить эту позицию. Короче, план другой. Смотри.
Мне нужно набрать сейчас команду. Правда, где набрать, если я один бегаю? Я не совсем понимаю. Почему-то вся стрельба идет наверх. Вражеский флаг. Вот там их очень много. Просто вот туда палю и все. О, вот это жестко настреляли. У меня 40 хп. Там очень много врага, ребятки. Давай кидаю себе аптечку. Так откуда он зашел? Я думал, оттуда они не могут заходить. Чего это? Подожди, они с какого-то непонятно гранатомета палят. Что-то у них вверх летит. Да, ребят, это не просто захватить. Дело в том, что очень большая концентрация ботов на такой маленькой территории. И как тут победить, пока что я не знаю. Будем пробовать. Конечно же, надо пытаться. Вот тут, смотри, что-то палят жестко. Я еще фонариком жестко так палюсь. Наши полетели. Что-то высадка пошла, смотри. Вот флаг, я его вижу. Ну вот зайти вовнутрь, ребята, не получается. Смотри. Ну как так? Просто их косил. Они идут и идут. У меня уже 47 килов. Как я должен захватить вообще эту точку? Может быть, враги меня быстро убивают, потому что они видят мой фонарь? Я, конечно же, не знаю. Но сейчас мы постараемся освободить этот город. Короче, я уже понял, как мы будем сейчас действовать. Я уже понял, какие точки мы будем брать. Последнюю мы брать не будем, там, где мы только что подходили, потому что она реально окружена стенами. Не хочется туда заходить. Просто когда у врага остаются две точки, у них очень большая концентрация на этих точках. И тяжело, конечно же, там их убивать. Понимаете, в чем вся суть? Эти боты лезут и лезут. Давай. По ногам сейчас буду вот здесь бить. Просто, смотри, с пулемета перезарядочка. Буду поливать, они будут здесь появляться как раз. Но! Пошло, смотри, партия. Уже буду ждать, пока наши будут подходить. Поможем ребятам. Давайте, давайте, заходим. Заходим, блин, да он выбегает этот... Что это такое за овер или какой-то буквы не вижу. Короче, он просто забежал за секунду. И прям в меня выстрелил сходу. Гребаный бот ты, читер несчастный. Ну, мы заходим вовнутрь или нет? Что нам говорит миникарта? Мне надо командовать. Так, что у нас? Все тяжело, да? Непростая задача здесь. Захватить три позиции, прям все так. Мы захватываем две, а третья не поддается никаким образом. Потому что если всего 40 ботов, то получается, что на точке по 20 юнитов вражеских. И пока наши добегают, враги уже по нам жестко начинают отстреливаться. Где они, блин? Вот еще за пулеметом. Смотри, я его не убил. Да что ты дымовую кинул? Я же нифига не вижу. Заходим вовнутрь. Он уже с дробовика палит. На, пошел отсюда. Точку берем. Смотри, в засаде. Ну, давай точку, заходите сюда. Вы уже должны быть со мной, ё-моё. Ну, чё за тупая команда у меня? Я же набрал их. Они должны были бежать за мной. Вроде бы они за мной должны следовать. Они взяли где-то сзади, остались и все. О, точка наша, ё-моё. Все, вот тут, блин, держите. Держите ее, я сказал. А вот здесь вот так вот атаковать будем. Нам еще одну точку взять. Просто, блин, сидите внутри и отстреливайте врага. Вам не надо даже никуда бегать. Я буду этим заниматься. Потому что я только на себя есть надежда. Ну, в одиночку зайти вовнутрь, раскидать всех, а потом еще удержать позицию. Ну, это на грани фантастики. Я это понимаю. Мне нужно подкрепление. Вот смотри, они просто здесь выходят. Можно просто стоять здесь, выносить их. Может быть, надеемся, что боты с моей команды смогут другие позиции захватить. Смотри. Давай, 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 пошел. Капец. И как я должен... Я даже не успеваю перезаряжаться. Как они здесь вылазят. Смотри. У-у-у-у-у. Вот это да. Давайте, пацанчики. Вижу, подходите вы. Но! 54 хп. Мне нельзя забавлять позиции. Давай, давай, за угла! Ай! Взял, уничтожил. 79 ботов. Что нам говорит миникарта? Они снова отжали позицию. Реально карта дурная, ребята. Я не знаю, как вообще я должен захватить три позиции,
если мои боты самые тупые боты в мире. Ну да ладно, бро, в принципе, я тебе показал, что есть такая карта, есть такое задание. Это все и находится в игре Ravenfield, конечно же, в Steam мастерской, и мы с тобой попробовали повоевать. Может быть, а можно это все захватить? Да как может быть? Да реально можно захватить, просто надо долго помудохаться над этим всем и долго повоевать, чтобы прийти к победе, да? Ну а с тобой был Воблер, мы попытались, не получилось, но ничего страшного. В следующей ролике у нас будет новая карта и новое приключение. С тобой был Воблер, оставайся на канале, смотри другие видео по игре Ravenfield. Кстати, на канале больше, чем 200 видео по этой игре. 200 видео, разные карты, разные моды, разное оружие. Это реально круто и бомбезно, ссылочка будет в описании, в комментариях, заходи, смотри. Скоро увидимся, пока.